Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Решение бытовых вопросов на благо высокого искусства. В январе начнутся реставрационные работы в здании фабрики кухни. Они ни в чем не провинились, но с рождения живут за решеткой. Сегодня общественники привезли новогодние подарки детям, живущим с матерями в 15-й колонии. Подарок к Новому году для читающих ребят. На аэродромной открывается модельная библиотека нового типа. В январе 2020 года начнется реставрация здания фабрики кухни. Работы продлятся более 2 лет, и весной 2022 года здесь откроется филиал Третьяковской галереи. Подготовку к работе обсудили на совещании депутат Госдумы Александр Хинштейн, руководство Третьяковки, представители федеральных и региональных министерств, городские власти и подрядчики. Как преобразится старое здание, расскажет Андрей Горгуленко. Полная консервация. В таком режиме пока находится здание фабрики кухни. Но уже в январе здесь начнут свою работу первые строители. Реставраторы начнут с малого. Подготовка объекта, установка строительных лесов. Но постепенно войдут в круглосуточный режим работы. Планируется восстановить первоначальный вид фасадов и кровли. Итогом станет открытие в здании филиала Государственной Третьяковской галереи, где будут выставляться авангардные произведения искусства. Тем людям, которые будут работать на этом объекте, на самом деле будет очень интересно выполнять ту работу, которую они делают. Это не просто строительство, какого-то жилого дома, торгового центра. Это действительно реставрация и приспособление под музейное пространство очень интересного во всех смыслах этого слова здания. Для реставрации уже все готово. Коммуникации подведены, а разрешающая документация получена. Об этом говорили на совещании под руководством депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Также участники встречи обсудили дальнейшие планы. Рабочая группа, в которую войдут городские власти, руководство Третьяковки и подрядчики, еженедельно будет решать возникающие вопросы. Один из них – перенос газораспределительной камеры, которая находится на территории фабрики кухни. Мы сегодня определились о том, что направим собственнику обращение с тем, чтобы проработали вопрос либо по ее переносу отсюда, потому что очевидно, что на земельном участке федеральной собственности этого быть не должно, либо каких-то иных компромиссных вариантов, которые уже собственнику предстоит обсуждать с заказчиком дирекции Министерства культуры и с пользователем. Все основные работы будут оплачены из федерального бюджета. Стоимость проекта почти 1,5 миллиарда рублей. А вот благоустройство прилегающей территории, которую оформят в едином стиле с музеем, будет оплачено из региональной казны. Реставрацию должны завершить к концу 2021 года, а уже в мае 2022 планируется открытие филиала. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Эти люди, как никто другой, умеют радоваться жизни и видеть ее плюсы в любой ситуации. Подарки и поздравления с наступающим Новым годом от главы города Елены Лапушкиной получили около 500 самарских ветеранов. Среди них и Александр Владимирович Любимов. В годы войны он каждый год встречал на фронте, но наступление 43-го ему особенно запомнилось. Почему, расскажет Елена Малютина. Разрешите вам передать поздравления от главы города Елены Владимировны Лапушкиной с наступающим Новым годом. 17-летним юношей Александр Любимов ушел на войну. Тогда страна задыхалась в тисках немецких оккупантов, и времени на обучение военным премудростям не было. Он практически сразу попал на Карельский фронт, а затем на 3-й и 2-й украинский. Александр Владимирович награжден медалью за боевые заслуги, орденом Красной Звезды и другими наградами. Он участвовал в строительстве БАМа и Саяно-Шушенской ГЭС. В канун юбилейного Нового года, 75-летия Победы, вспомнил, какая предновогодняя радость была в годы Великой Отечественной. В декабре 41 года отогнали фашистов от Москвы на расстоянии от 250 до 400. Это был новогодний подарок, новогоднее восприятие духа. То же самое получилось под Новый год 43-й. Когда окружили в Сталинграде фашистскую армию Паулюса, это тоже был подарок. То же самое было под Новый год 44-й. А под 45-й, когда закончили освобождение всей территории, это был праздник. Мы все в Новый год превращаемся в детей. И, конечно, глава города приняла решение обязательно каждого участника Великой Отечественной войны, который проживает на территории города Самара,
поздравить. Поздравления от главы города и подарки получили более 500 ветеранов города. Елена Малютина, Василий Кадашов. События. Самый главный подарок – это мама рядом. В новогодние праздники осужденные женщины из 15-й колонии получают возможность больше времени проводить с детьми, которые растут там же. Сегодня поздравить малышей, отбывающих наказание вместе с мамами, приехали общественники. Слово Марии Левиной. Доча. Мария попала в места не столь отдаленные, уже беременная Евой. Женщину осудили за мошенничество и отправили отбывать наказание на 3 года. Дома остались ждать старшая дочь и муж. Уже через полгода семья снова воссоединится, а сейчас озорная Ева – яркий лучик света в серых буднях женщины. Здесь Марию посетила муза, она начала писать стихи. Какие-то строки в душе появлялись, какие-то слова. Ну, делала просто черновой вариант наброски. Потом родила Еву, и как-то она просто очень много мне позитива дарит, очень много положительных эмоций. Поддержка родственников у меня самое главное, потому что я знаю, что я им нужна, мы им нужны, и что они нас ждут домой. И это как бы придает сил, и что надежду какую-то лучше. Стихи Марии вошли в опубликованный сборник поэзии женщин-заключенных. Когда они изложили это в стихотворной, в поэтической форме, конечно, мы на самом деле видим, что эти люди действительно стали на правильный путь. Да, и поэтому эта книга, она и была названа при условии, что об этом нас попросили сами авторы, с чистого листа. В этих стенах собрались женщины, которые нарушили закон. Сейчас они отбывают наказание и работают санитарками в детском саду при колонии или швеями на фабрике. После смены мамочки спешат провести время со своими детьми, которые знают, что такое свобода, разве что из книжек. Они родились здесь и никогда не покидали этих стен. Эти малыши с особым трепетом ждут новогодних каникул. В эти дни мамы смогут больше времени провести с ними. Мы здесь тоже стараемся сделать какой-то семейный праздник. Также накрываются столы у них, также телевизоры. Везде у нас есть просмотр новогодних телепередач. Утренники. Это не последний сегодня был утренник. У нас будет еще утренник, еще будут подарки. У нас распланировано все до 10 января. Часть осужденных женщин живут вместе со своими малышами. Для того, чтобы не разлучать родных людей, здесь созданы все условия. Спальни, ванные комнаты, столовая и игровая. Однако дети проживают в колонии вместе с мамами только до 3 лет. Потом их передают родственникам или в дом малютки. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Сладкая прогулка. Самарцев, которые в этот день гуляли по Ленинградской, ждала встречи со сказкой. Они повстречали Деда Мороза со Снегурочкой, которые поздравляли всех с наступающим Новым годом и дарили подарки. В чудеса поверила и Мэри Елчан. Какой молодец Дед Мороз, но это нужно подарок. Давай подарим мальчику. Малыши читают стихи и загадывают желания, а взрослые погружаются в детство. Улица Ленинградская стала центром притяжения всех, кто верит в чудеса. Мы прибыли на Ленинградскую улицу, чтобы поздравить всех жителей Самарского района с наступающим Новым годом. Подарить много счастья и улыбок. Дед Мороз и Снегурочка традиционно приезжают на пешеходную улицу Ленинградскую, чтобы вручить самарцам сладкие подарки и поднять настроение. Интерактивные игры с главным новогодним волшебником и его внучкой будут проходить всю неделю. Жителям района это нравится. Многие уже специально приходят на улицу Ленинградскую, зная, что в предпоследнюю неделю, в преддверии Нового года, такая программа состоится. С удовольствием общаются со сказочными персонажами. Вот, и получают подарки и хорошее настроение. Предновогодние гуляния проходят и во всех дворах Самарского района. Встречать праздник зимы с соседями, друзьями и знакомыми во дворе стало доброй традицией. Настроение у нас прекрасное. А пришли мы здесь провести новогоднюю елку. Дед Мороз и Снегурочка пожелали детям и их родным здоровья, благополучия и исполнения самых заветных желаний. И, конечно же, подарили ребятам сладкие подарки. Мария Елчан, Николай Сидоров. События. С поезда и сразу в Кремль. Под Новый год сбылась мечта 90 самарских мальчишек и девчонок. Победители олимпиад, спортивных состязаний, а также ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, отправились на кремлевскую елку. В столицу самарскую делегацию проводил наш корреспондент. Для брата и сестры Полины и Сергея Дубановых это первая поездка в Москву. Дети давно мечтали увидеть Кремль, побывать в зоопарке, но главное – на главной елке страны. В этом году их мечта сбылась. Я тоже так рад, потому что в первый раз в поезде еду, в первый раз в Москву. В самарской делегации, которая отправилась в Москву, более 90 детей. 10 из них побывают на елке Минпросвещения России. Остальных ждет новогоднее выступление в Кремле.
Там для них будут работать игровые площадки и разные творческие мастерские. Этим культурная программа не ограничивается. Для детей проведут экскурсию по Москве. Ну и такая большая, очень экскурсионная, насыщенная программа, чтобы ребята не просто, так сказать, впитали всю новогоднюю атмосферу, посмотрели Дедушку Мороза, но еще и познакомились, конечно же, с историей нашей столицы, нашей Родины. В делегации дети из многодетных семей, интернатов, отличники, воспитанники кадетских корпусов. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. К Новому году готовятся и обитатели Самарского зоопарка. Подарки им принесли ребята из детского сада, ученики школы 144 и школы-интерната 113. Как встречала ребят героиня будущего года «Белая крыса», расскажет Елена Нижегородцева. Пятилетняя Вера в зоопарк пришла впервые. Тигры, обезьяны, питоны, крокодилы. Раньше она их видела только на картинках. А тут еще и елка, и сказочные персонажи, и подарки. Сотрудники зоопарка устроили для детей настоящую новогоднюю сказку. Вера участвовала во всех конкурсах от Деда Мороза и выиграла призы. Нам очень понравилось праздновать Новый год. Мы с удовольствием поучаствовали в конкурсах, угадывали загадки. Мы встретили своих знакомых уже здесь. Мне Ирина понравилось участвовать в конкурсах и смотреть животных. Ребята участвовали в играх на знание животного мира. Читали стихи и пели песни для Деда Мороза и Снегурочки. Изображали голоса животных и кружились в хороводе вокруг елки. У малышей была возможность погладить животных. Лисицу Ричарда, кролика Руби, королевского питона Мурзика, крокодилового каймана Кроки и варана Вариса. И, конечно, талисмана будущего года – ручную крысу Джима. Мы ребятам сегодня старались напомнить, что не только зарубежные американские сказки интересны, но и русские. Они очень красивые, они очень добрые, и в них очень много замечательных сказочных героев. Обитатели зоопарка тоже не остались без подарка. Животные тоже любят играть. Каждый посетитель в любой день может прийти, оставить свои старые или новые игрушки и положить их в специальный ящик. Они могут быть разных форм и размеров, из дерева, пластика, резины или просто мягкие. Главное, чтобы были безопасные. Все гости получили новогодние сувениры с символикой зоопарка. Елена Нижегородцева, Николай Сидоров. События. Одной мобильной библиотекой в Самаре стало больше. Отремонтировали помещение на Аэродромной. Это уже 9-я библиотека, которую преобразили благодаря участию в национальном проекте «Культура». Теперь в помещении не только качественный ремонт и новые книги. Здесь появились специальные мебели и компьютеры. Новинки современной библиотеки оценила Лариса Шалафаст. Библиотека на все случаи жизни. Такую концепцию заложили в основу обновления помещений учреждения. Особое внимание самым маленьким посетителям. Теперь для них не скучные ряды с книгами, а большая игровая зона и компьютеры. Первые посетители уже оценили комфорт. Здесь, конечно, очень красиво. Просто здорово. Во-первых, детям будет очень интересно, потому что здесь много игровой зоны, здесь все в игровой форме. Как говорится, новшество ввели, это вот компьютерные игры. В современной библиотеке все оборудовано по последнему слову техники. Теперь на каждой книге есть специальный чип. Издать ее можно с помощью новой системы гораздо быстрее и проще. Я кладу книжечки и нажимаю «Продолжить». Мне нужно, то есть станции достаточно 10 секунд, а может быть и меньше, для того, чтобы увидеть книги, которые я положил сюда. Детская библиотека на Аэродромной в этом году отмечает свое 85-летие. Капитального ремонта здесь не было с 90-х годов. Масштабное обновление стало возможным благодаря участию в федеральном конкурсе национального проекта «Культура». Самарская библиотека получила 10 миллионов рублей на ремонт и переоснащение. Здесь полностью была реконструирована и система вентиляции, и система отопления, и замена оконных конструкций. Абсолютно все было новое. И вот теперь мы получили вот такое интересное, комфортное для людей пространство. Библиотека на Аэродромной уже 9-я, которую переоснастили по национальному проекту «Культура». Всего в этом году регион получил на эти цели 55 миллионов рублей. Такие модельные библиотеки – это самое главное, что нам сегодня дает национальный проект. Это создание комфортного пребывания и родителей, и детей. И, конечно, очень приятно, что мы в первую очередь это направляем для детской аудитории. Сейчас в библиотеке идут последние приготовления к официальному открытию, которое запланировано на следующую неделю. Лариса Шалафаст, Николай Сидоров. События. А теперь коротко о других темах дня.
Тольятти задержан первый подозреваемый по делу о поставках некачественного мяса в школы и детские сады города. По версии следствия, мясная компания, в отношении которой возбуждено уголовное дело, в декабре текущего года поставляла в детские учреждения мясо больных животных. Следственные органы обратятся в суд, чтобы добиться заключения подозреваемого под стражу сроком на 2 месяца. Накануне глава Тольятти Сергей Анташев во время заседания городской думы сообщил, что анализы мясных проб будут готовы через 6 дней. До этого времени он не готов обсуждать ситуацию с некачественным мясом. Но об этой ситуации уже узнал президент России Владимир Путин. Накануне в Адыгее на его встрече с общественниками активистка ОНФ Полина Калашникова рассказала о произошедшем в Тольятти. Владимир Путин пообещал поработать и посмотреть. В Самаре осудили экс-начальника отделения дорожной инспекции и организации движения городского отдела ГИБДД Алексея Тулина. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. По версии следствия, с мая 2016 по март 2017 года полицейский получил от гендиректора частной фирмы взятку в виде канцелярских товаров на сумму более 50 тысяч рублей. Взамен Алексей Тулин должен был помочь согласовать необходимые документы. Другой эпизод был связан с получением взятки от начальника службы путей транспортного муниципального предприятия. Вместо денег в этом случае сотрудник ГИБДД получил 36 тонн щебня. Следователи предположили, что таким образом он заработал около 10 миллионов рублей. Сделали доброе дело и оказались в долгах. В Самарской области семья удочерила 2 девочек. Позже выяснилось, что их мать взяла в ипотеку квартиру, за которую не платила ни кредит, ни коммуналку. А когда умерла, счет выставили новым родителям. Обычно банки выдают кредит только тем заемщикам, кто застраховал свою жизнь. Почему в этом случае банк обратился не в страховую компанию, а к приемным родителям, предстоит разобраться. Родители судятся с банком, отстаивая свои права. Самарские лютеране отмечают Рождество. В кирхе на перекрестке Куйбышевой и Некрасовской накануне прошло праздничное богослужение и мистерия – спектакль о появлении Бога на земле. Какие чувства вызывает это событие у прихожан, расскажет Сергей Кизоркин. Семья Ереминых, родители и 2 детей, по традиции встречают Рождество в церкви. После службы прихожане участвуют в мистерии. Это спектакль по мотивам Евангелия о воплощении Бога. Иосифа, земного отца Спасителя, играет Григорий Еремин. Молодой человек аутист, но с ролью справился блестяще. Это ли не чудо, радуется мама Ольга. Вот, наверное, сочельник. Нужно задуматься о том, как мы прожили этот год, да? С чем мы идем в будущий год. Какие планы мы хотим построить вместе с всей семьей. И, наверное, это какое-то таинство, вот когда Иисус Христос, наш великий царь, родился, он принес свет, за которым мы должны идти. Лютеранство появилось в России в 16 веке, когда в страну приехали немецкие мигранты. В Самаре община образовалась в 1854 году. И только через 11 лет у них появилась своя кирха Святого Георга на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской. В рождественский сочельник в ночь на 25 декабря прихожане отметили праздник по традиции все вместе. Одна из особенностей лютеранства – проповедовать в их церкви могут и женщины. Пастор Ольга Тимирбулатова напомнила о главной цели Рождества Христова. Бог не навязывает нам себя и не навязывает нам спасение. Он готов принять наше решение, но Он вместе с тем нам предлагает возможность того, чтобы мы изменились и наше сердце изменилось, и чтобы мы с вами стали более человечными. Лютеране весь декабрь размышляют о Боге и надеются на чудо. Это время у них называется Адвента. Готовясь к Рождеству, они убирают дом, украшают елку и плетут венок, на который устанавливают свечи и зажигают их по одной ежедневно до самого праздника. Самарские лютеране отметили Рождество Христово. Кирха, которая вмещает в себя около 100 человек, была заполнена до отказа. После 2-часового праздничного богослужения прихожане отправились на ужин с глинтвейном, вареными сосисками, тушеной капустой, горячим чаем и сладкими ватрушками. Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. В канун Нового года российские кинопрокатчики вспомнили о декабристах. В четверг, 26 декабря, в стране начнется показ фильма «Союз спасения», который основан на реальных событиях почти 200-летней давности. Как восстание офицеров императорской армии сегодня оценивают самарцы, расскажет Сергей Кизоркин.
Кто такие декабристы и зачем они вышли на Сенатскую площадь, организовав восстание в Санкт-Петербурге 26 декабря 1825 года, многие самарцы не знают. Освежить историческую память пришли в кино. Тяжело будет вспомнить, честно. Посмотреть в первую очередь нашу режиссуру, как снят фильм. Все-таки наши фильмы достаточно противоречивые бывают. Поэтому именно на этот фильм я пришел, чтобы посмотреть, как это снято, и исторически восполнить свои пробелы, можно так сказать. Зрители фойе встречали волонтеры, одетые в костюмы офицеров российской армии начала 19 века. С ними можно было сфотографироваться на память и вспомнить неудавшийся военный переворот, когда на трон претендовал Николай I. Декабристы в целом сражались за свободу человечества. И под предлогом отречения они собирались устроить в России, в Российской империи, настоящую подлинную демократию, как на это смотрели молодые офицеры, которые посмотрели на Францию, на революционную Францию тех годов. Перед показом фильма зрители участвовали в викторине. Главный приз – афиша «Союза спасения» с автографами актеров, сыгравших главные роли декабристов – Муравьева, Апостола, Трубецкого, Пестоля и Рылеева. Думаю, им интересно будет влиться в эту атмосферу. Ну и, возможно, даже кто-то после просмотра фильма и зайдет в Википедию и почитает о том, какие события происходили в начале 19 века в нашей стране. «Союз спасения» выходит в широкий прокат 26 декабря, в день восстания декабристов. Главные роли в кино исполнили популярные российские актеры: Павел Прилучный, Максим Матвеев, Леонид Бичевин, Софья Эрнст, Антон Шагин, Иван Янковский, Александр Домогаров. Свои роли они сыграли искренне, как искренне верили в равенство и свободу декабристы. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Лига звезд 3-3 в Самаре провела баскетбольный суперфинал среди областных школьных команд. В турнире играли более сотни троек в двух дивизионах – мужском и женском. С призерами соревнований интервью записал Сергей Кизоркин. Никита Трошин играет в классический баскетбол, мечтает о профессиональной карьере. Стритбол для него – отличная альтернативная подготовка для достижения цели. К тому же хороший запасной вариант. Баскетбол 3-3 с недавних пор – тоже олимпийский вид спорта. Спортсмен уверен, в каждой игровой версии есть свои плюсы и минусы. Это командная игра на два кольца, изучить, ложиться эмоции, команда поддерживает, все говорят вперед. В 3-3 все-таки сложнее, потому что игра идет очень быстрая, мы быстро устаем. Областная федерация баскетбола развивает все направления этого вида спорта в Самаре. В городе проходит первенство среди подростков и молодежи. Мальчишки и девчонки занимаются как в школьных командах, так и при профессиональном баскетбольном клубе «Самара». С десяток лет активно популяризирует стритбол. Руководство федерации на каждом соревновании просматривает перспективную молодежь. Не стал исключением и суперфинал Лиги звезд 3-3. Я баскетбольный клуб «Самара» в этом году уже заявил команду мужскую 3-3, она уже на одном этапе уже выступала. А с января месяца мы заявляем команду еще и женскую. Вот чтобы у этих детей было будущее и был выбор, кто попадет в классический баскетбол, кто попадет в баскетбол 3-3. Часто бывает, что вот баскетбол 3-3 получается лучше. Самарская лига звезд 3-3 объединяет сотни молодежных команд по всей области. Соревнования «Стритбол в школу» проходят в двух дивизионах – мужском и женском – в рамках нацпроекта «Демография». Это большое массовое движение, это современный модный вид спорта для молодежи. Сегодня в Самаре лучшие из лучших участвуют в суперфинале. Они уже сегодня посетили мастер-классы с ведущими тренерами Самарской губернии, получили подарки от губернатора Самарской области, мячи баскетбольные. Новый проект областной федерации баскетбола – создание академии. Специалисты уверены, тогда можно будет говорить не только об участии профессиональных команд клуба «Самара» в Лиге ВТБ, но и на турнирах международного уровня. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на YouTube. Всего вам доброго и до встречи!